Произошло слово прыгать, прыжки, то есть прыжки на батутах. А канго джампс, да, или как созвучнее сказать, кенго, то есть прыжки кенгуро. Те же самые прыжки, только в специальных ботинках, оборудованных для таких каких-то занятий. Что это дает? Дает физнагрузку, дает укрепление сосудам, делает красивую осанку. В первую очередь, хорошая кардионагрузка. Скинуть вес и стать более выносливым, вот как раз подойдет и джампс, и кенго джампс. Вот кенго джампс, оно больше идет на выносливость. Здесь нужна выдержка, правильное дыхание. К нам можно попасть на джампинг, к нам можно попасть понедельник, среда, пятница в 6, вторник, четверг в 8, а на кенго джампс можно попасть понедельник, среда, пятница в 7 часов и в субботу в 2 часа.